Узкая дорога, постоянные пробки при заезде в поселок Мозженко – большая проблема для местных жителей. Ситуацию осложняет заправка. Как въезд, так и выезд с нее выходит именно на проезжую часть, ведущую к поселку. В рамках работы выездной администрации Андрей Иванов встретился с инициативной группой жителей. Вот здесь у нас получается вот этот выезд. Фура не может развернуться на таком пространстве. Она въехать не может, потому что она груженная, не может подняться в эту горку на таком вот развороте. И вы, естественно, все заблокированы. Мы заблокированы. Въезд и выезд на АЗС заблокирован, и шоссе заблокировано. Чтобы попасть домой, люди вынуждены стоять в огромных пробках. Сейчас главное – разгрузить дорогу и разобраться с правомерностью расположения заправки, подытожил глава. Взял ситуацию под личный контроль. Дайте время, мы подразберемся в этих нормативах. Скорее всего, раз вам так все отвечают, что до юра, возможно, противоречий никаких нет, но по жизни нет, мы они видим есть с вами, до юра тоже. Что так жить невозможно. Андрюш, они до юра тоже есть. Как в анклаве заблокированы. Совместно с профильными заместителями глава будет разбираться в проблеме и искать пути ее решения. Уже сейчас намечено несколько вариантов. В ближайшее время их озвучат жителям Мозженки. Полина Бахова, телекомпания «Одинцова».